Камышинский текстильный комбинат. Договор на социалистическое соревнование подписывают передовые предельщицы Валентина Черкашина и Валентина Рудик. К 60-летию октября 4 годовых задания. 4700 килограммов пряжи дополнительно. У Валентины Николаевны Черкашиной уверенный шаг к трудовым рекордам. 8-я пятилетка – орден Трудового Красного Знамени. 9-я пятилетка – высшая награда Родины – орден Ленина. Передовая ткачиха уже завершила 2-летний план 10-й пятилетки.